Семейные детские сады. Еще недавно этот проект находился на стадии разработки. Уже сегодня любой родитель при наличии определенных условий сможет организовать у себя дома дошкольное образовательное мини-учреждение. Впервые у нас в республике подобный садик открылся в столице Дагестана. На официальное открытие прибыл министр образования и науки Республики Дагестан Шахабаз Шахов и начальник управления образования города Махачкалы Тагир Мансуров. По словам министра науки и образования Республики Дагестан Шахабаза Шахова, в республике проблема охвата детей дошкольными образовательными учреждениями все еще актуальна. И создание подобных садиков поспособствует ее решению. Организовать семейный детский сад сможет только родитель, имеющий ребенка или детей дошкольного возраста, педагогическое образование или соответствующий опыт и навыки работы с детьми, а также соответствующие жилищные условия. Такая форма, она очень на сегодняшний день актуальна для нашей республики и очень реальная. И я думаю, что, во-первых, мы уже потихонечку будем снижать ту нагрузку, которая была на детских садиках наших. С другой стороны, тоже дополнительное трудоустройство наших матерей. Мы знаем, это, в этом плане тоже у нас в республике немало проблем, но сейчас уже сидя дома, мать детей может получить дополнительную заработную плату. Муминат Маломагомедова является воспитателем детского сада номер 25 в Махачкале. В данный момент находится в декретном отпуске. У нее 4 ребенка, 2 из которых дошкольного возраста. И сейчас она намерена взять на воспитание еще 5 детей. По ее словам, дети будут обучаться по той же программе, что и в обычных детских садах. Предусмотрен даже тихий час. К нам также будет проходить методист сада 25-го и будет проверять наши занятия. Мы будем проводить занятия, мы будем выходить на прогулку. Я их сама же буду кормить. Мне предоставляют продукты для приготовления завтраков, обедов, полдников. И в этой комнате мы будем проводить свои игровые занятия. Семейные садики не являются самостоятельными организациями, а структурными подразделениями функционирующих детских садов. От Министерства науки и образования Республики садики будут получать поддержку в виде учебно-методических пособий и необходимого инвентаря для занятий с детьми. Абдулла Алиев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.